Представители ведущих компаний морской отрасли со всего мира собрались в Одессе на 5-й международный форум «Партнерство ради прогресса». Обсуждаются вопросы образования, практической подготовки и трудоустройства моряков. На Одесском форуме представлены Международная морская организация, Международный совет морских работодателей, Европейское агентство по безопасности мореплавания, Международный морской совет, Международная федерация транспортников, крупнейшие судоходные компании и клюинговые агентства. Всего более 70 делегаций из 20 стран. Среди них Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Индия и Китай. Форум проводится по инициативе Национального университета Одесская морская академия. Сегодня на нашем форуме представлены ведущие морские организации и ассоциации. Особая благодарность Министерству образования и науки и Министерству инфраструктуры за поддержку нашего форума. Основные темы конференции – ситуация на рынке морских трудовых ресурсов, защита прав моряков, образование и сертификация плавсостава, управление трудовыми ресурсами на борту судна и берегу. Для украинских моряков особое значение имеет успешная деятельность крюинговых компаний. Как правило, они трудоустраиваются на иностранные суда. 130 тысяч украинских моряков работают на международном торговом флоте. Это очень большая цифра, это 6-е место в мировом рейтинге, и это нужно защищать и развивать. На сегодняшний день несколько ослаблена роль государства в выполнении стандартов международных конвенций. Задача сегодняшней встречи – определить эти цели и обеспечить высокий уровень подготовки и тренажерных условий для украинских моряков, чтобы они были адекватны требования международного общества в части мореплавания. Shift Ukraine является самым большим агентством в Украине по трудоустройству моряков. По результатам национального морского рейтинга Украины за 2016 год и 2015 V-Ships Украина номинирован Оскаром Employer of the Year. Это работодатель года. Касательно 2016-го, мы трудоустроили 6915 украинских моряков. И я скажу, что это количество, в принципе, стабильное в течение последних 5-6 лет. Кроме своей основной деятельности, трудоустройства моряков, крюинговая компания V-Ships Ukraine помогает готовить молодых специалистов. Значительные средства вкладываются в техническое оснащение учебной базы. В понедельник проплатили 84 тысячи. Это дизель-генератор для морской академии. И также мы продолжаем комплектовать мастерскую, токарную мастерскую. В этом году мы еще ее укомплектуем фрезерными, сверлильными и точильными станками. Поэтому очень хорошие перспективы. В бюджете, как и в прошлом году, мы имеем 120 тысяч долларов. Также остаток еще пойдет на укомплектацию двух компьютерных классов для морского колледжа технического флота и колледжа имени Маринеско. Базой начальной профессиональной подготовки Национального университета Одесская морская академия является мореходное училище имени Александра Маринеско. Первая проблема – это изучение и знание английского языка и тренажерная база. И мы очень рады, что существует такая компания, как V-Ship Украина, которая очень много делает для решения и одной, и второй проблемы. На сегодняшний момент два класса для изучения английского языка подарены нам компанией V-Ship Украина. Мы, конечно, очень благодарны. Мы отправляем наших курсантов на кадетскую программу в компанию V-Ship. Форум проводится при поддержке Министерств инфраструктуры, образования и науки. В соответствии с мировыми стандартами будут совершенствоваться программы всех учебных заведений морского профиля. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».